В Новосибирске прошли традиционные соревнования юных лыжников. На старт вышли больше 300 воспитанников детских садов. О том, как это было, Андрей Баев. На лыжной базе сотни детей и их родителей. Перед стартом традиционного праздника для дошколят «Лыжня зовет» обязательные разминка и тренировочные заезды. Мы сами с детства катаемся. Нас родители ставили. Меня и мужа. Поэтому мы ребенка поставили. Ну, папа с мамой катаются на лыжах, ты ребенок катается. И мы живем в Сибири. Это основной вид спорта и основной отдых, который может быть у нас в Сибири. Лыжный праздник 5 лет назад, придуманный чемпионом мира по биатлону Александром Тропниковым, теперь вышел на уровень межрегионального фестиваля. Участники из Новосибирска, Колывани, Кольцова, Черепаново, а также Томской области. Здесь вас собралось аж 300 человек. Вы молодцы. Молодцы за то, что решились выйти на эти соревнования, может быть, для кого-то очень первые. Я хочу пожелать вам хорошего бега, соревнований интересных, хорошего настроения, праздника. Для маленьких спортсменов от 5 до 7 лет в зачет дистанция 500 метров. Это один круг по стадиону. 4 года и младше соревнуются на 100-метровке по прямой. Поддержка на финише не хуже, чем на больших турнирах. Алена, давай быстрее, Алена! Молодец! Давай! На финише нет проигравших. Абсолютно всем участникам сладкие призы и, конечно же, подарки. Давай. Девочкам куклы, ну а мальчикам машинки. С каждым годом маленьких лыжников в Новосибирской области становится больше. Только официально в спортивных школах региона сейчас занимаются больше 5000 детей. Давайте, ребята, все кататься на лыжах. Приходите все кататься на лыжах. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, новости ОТС.